Я всегда боялся потерять ноги. Для меня вообще, я мог пройти 4,5 суток пешком. Мне всегда было страшно, что я не смогу ходить. Как предчувствие? Может быть, да. Наверное, что-то чувствовал. Когда ты в этот храм, вот именно в этот храм, я приходил за помощью, обращался к батюшке, я очень сильно пил. Поначалу было удовольствие просто, а потом уже все, к концу 90-х прям алкоголизм. В голове, кроме как где взять выпить, нет ничего, просто, вообще просто. Страшная вещь. Просто засыпаешь с мыслью о том, что есть ли у тебя на утро что-то, и просыпаешься. То же самое. Ты живешь только для того, чтобы выпить. А больше вообще ничего получается. Когда пьешь, там вообще, по-моему, ничего не напрягает. Там даже если ты знаешь, что тебя посадят, там... Да вообще без разницы. Там на жизнь без разницы. Что с тобой будет? Проснешься ты утром, не проснешься, вообще просто без разницы. Главное выпить и все, и уснуть. Сколько лет это продолжалось? Ну, где-то около 15. Я пол России пешком вошел в поисках того, чтобы просто бросить пить. Я в монастыри обращался, куда только не ходил. Желание у меня было, вера тоже. Но в монастыре меня не брали. Мне просто говорили, что у тебя все пройдет, иди с Богом. А была мысль постричься, что ли? Ну и такая мысль была даже, да. Но мне сказали, что как бы надо быть в миру. Иди с Богом, все. Тебе сюда не надо, все пройдет. Ну а как переборол-то все-таки, что произошло? Ну, последний раз, это было начало 15-го года, я начал пить. Просто задумался, думаю, если сейчас я ничего-то не сделаю, то ну все, это меня уже, ну точно все похоронит просто. Я просто пошел в реабилитационный центр, сдался туда. Я говорю, ну давайте что-нибудь помогайте. Они меня увезли в Воронеж. Я пробовал в Воронеже в реабилитационном центре где-то 4 месяца. И как-то я почувствовал, что вроде бы все, отпустило. А что потом? Как случилась вот эта вот трагедия? Я помню, как сел в электричку, и все. А дальше как отрубило. А в электричку сел во сколько? В электричку я сел где-то около 11 вечера. И нашли только утром? Да, нашли только утром. Люди шли на первую электричку, я лежал, на вторую электричку я лежал. Потом приехала скорая, меня увезли. Вот, а как там, что происходило? То ли меня толкнули под проходящий поезд, то ли я там сам как-то упал. Там, ну, это вообще непонятно. Вот я даже не помню, как эта станция выглядит. Начнулся, да, в больнице. Какими потерями сразу что обнаружилось? Ну, то, что нет рук. И то, что я просто... Ну, я даже сидеть не мог. У меня повреждений много было. У меня перебитые сухожилия, там, мышцы, там, ну, много. Нога сильно пострадала. Это у меня нога вообще тоже ослабла очень сильно. У меня там тоже перебито все было. Ну, нервные окончания и сухожилия перебиты были. Я на них стоять вообще не мог. Ну, конечно, страшно было. Я не мог поверить, что такое вообще могло произойти. Но врачи говорят, что защитная какая-то функция мозга срабатывает, то, что... Ну, у меня ушиб головного мозга поездом, когда стукнуло. Вот, и, видимо, у меня вот этот вот момент болевой самый, его вырезало из памяти. Меня перевели в сестринский уход. Вот. И вот там я уже начал приходить в себя. В каком смысле?
Ну, я начал учиться стоять. Я просто вставал. Ну, у меня нога вообще не стояла. Я вставал, ну, по 5 секунд стоял. Вот так нога трясется вся. За тумбочку держался, но потихоньку стоял. Вот. 5, 10, 15 секунд. Потом, ну, все равно раз по 100 в день я вот так вот. Встану, постою, сяду, вот так целый день. И как-то раз заходят санитарки в палату. Они привыкли, что я постоянно лежу. Человек лежачий, все, он как бы, ну, ничего не может измениться. Они заходят, а тут просто человек, который лежал, он стоит. И просто крик, у нас лежак стоит. Все, это паника. А что за сила поднимала? Ну, лежать для меня вообще было страшно. Я просто лежал и думал, что будет, если я буду лежать дальше. А будет все, будет тьма. Просто если я не буду себя поднимать сам, то меня никто не поднимет. Дальше выпросил у заведующей коляску. Вот. И они меня уже начали ловить по коридорам. Вот. Наталья Сергеевна, заведующая, уже просто говорит, это девочки, говорит, дверь закрывайте. А то, говорит, у нас этот товарищ до Самары на коляске уедет. Вот, она мне принесла разукрашки, антистресс, кисточки, краски. Это вот благодаря ей вот вообще вот я рисую. Ну вот она мне, вот сиди, говорит, и свою энергию, говорит, вот в это вот вкладывай. Не надо, говорит, нигде кататься, а то, говорит, это, у нас, говорит, времени нет тебя ловить. Ну и вот я как-то, ну сначала-то, как это вообще вот взять кисточку, чем еще взять-то вообще? Ну вот Наталья Сергеевна вот мне тоже как, ну, попробуй зубами, говорит, вот возьми в зубы, говорит, пробуй, ты пробуй, главное пробуй. И все, и как с первого раза я просто влюбился. Все, для меня это прям, я с утра до вечера, вот у меня только завтрак, обед, ужин, перерыв. И все, все остальное время я только сидел и разукрашивал. Они приезжают, ты когда уже рисовать начнешь? Ты посмотри, у тебя какое чувство цвета. Тебе надо рисовать. Я говорю, нет, ни за что. Потом уже вот приехал сюда в Тольятти. И они меня добили все-таки, они настояли. Все, никаких разукрашек, давай рисуй сам. И вот я начал, ну, чувство страха, вот это вот, боязнь белого листа, это вот есть такое у поэтов, начинающих, у художников, у начинающих, боязнь белого листа, вот она меня прям долго, я ее переборол, но я все-таки поборол. В 18 году я начал пробовать, а в начале 19 года, мая 19 года у меня открылась первая выставка. Друзья, мне очень приятно вам представить, это наш самарский художник, который проживает в городе-герое Тольятти, Евгений Коровских. Я вспоминаю, как мы с ним познакомились. Это была выставка работ, самодеятельных работ людей с инвалидностью. Это, помню, это было в ДК Пушкина. И, соответственно, я среди работ наших авторов, талантливых, очень креативных, разного возраста, вдруг увидел не работу, а я вдруг увидел его глаза. Это были глаза человека, который действительно прошел через какую-то внутреннюю трагедию. И вот та атомная бомба, которая взорвалась в его душе, она привела не к опустошению, а у него произошли изменения, которые были связаны, что у него появился свет. То есть, как ты смотришь на окошки дома, а они светятся. Хочу, чтобы они нравились людям. Вот, например, у меня, ну, в Москве вот друзья, в Питере. Вот, они покупают мои картины, потому что они их радуют. Потому что они успокаивают. Я не колдую, конечно. Но все равно часть себя-то я отдаю. Потому что часть души вкладываешь в эти картины. Чья это заслуга? Чья? Ну, не моя точно. Вот. Я, наоборот, по-моему, делал все, чтобы умереть. Ну, Бог оставил меня жить. Ощущение того, что я прям художник, его до сих пор нет.
потому что, ну, я всегда вижу, что, ну, мне есть к чему идти, мне есть чему учиться. Конечно, у него есть определенные проблемы, связанные с горизонтами заваленными. Конечно, у него с пропорциями есть очень серьезные проблемы. Но из этого появляется вот эта какая-то суверенность его работ, какая-то необычность, которая, может быть, где-то и можно ее расценить как, ну, например, волжский характер. Мне очень нравится в его работах этот подбор цвета. Его голубой цвет, вот я считаю, что это цвет нашего неба. Почему он рисует паруса и море? Наверное, потому что он сам такой, он активный. Море подразумевает все-таки активность, эмоции, жизнь где-то, стремление что-то делать. Поэтому, наверное, Женя поэтому рисует часто море, корабли, паруса. Это жизнь. Это, в общем, такое вот, получается, сейчас главное дело вашей жизни, да? Ну, не прям главное, конечно, но уже, потому что сейчас еще общественная деятельность очень много времени занимает. Это служение какое-то ваше получается сейчас? Да, я даже не знаю, как это назвать. Но мне это интересно. Мы недавно буквально с ним общались. Он говорит, как-то мне тяжеловато, когда я не отдаю. То есть человек настолько эмоционально переполнен, да, когда у него есть вот эта потребность отдавать, людям давать тоже любовь. Это же тоже любовь, тоже проявление любви. Вот она сейчас в нем есть. Он рисует, он выступает в церкви, потому что его уже приглашают, да, потому что многие люди приходят в момент отчаяния в церковь, да, и, в принципе, Жене есть чем поделиться с этими людьми. Его люди и слушают, они его слышат. Было время разбрасывать камни, а сейчас приходит время собирать. И вот эта потребность сейчас отдавать, она пришла. Именно потребность в отдаче, она может прийти в любом возрасте, а может не прийти вообще, но к этому надо созреть, надо до этого дойти. Люди, когда находятся в таком здоровом состоянии, они перестают радоваться мелочам. Просто вот то, что ты вот идешь с работы домой, ты просто идешь домой. Вот это просто вот, ну это нет, нет от этого радости. А у меня вот наоборот, я иду домой, я радуюсь тому, что он у меня есть, этот дом. Просыпаешься с утра, просто уже вот это вот радует, то, что ты просто проснулся. И ты, когда ты встаешь на ноги, вот после того, что ты просидел 4 года в коляске, проездил. Кто наполняет вашу жизнь? Моя жена. Оля. Угу. Ну, очень. У нас вообще все вместе. Мы не разлучаемся практически везде. В поездках вместе, дома вместе, везде вместе. Так бывает? Бывает. Ну, то есть получается, что лучше-то сейчас? Ну, в какой-то степени, конечно, да. То, что я нашел себя. Получается, вот сколько я ходил, да, ну, это я же ходил в поисках себя, получается. Я себя искал. Вот, я себя нашел, но что-то нашел, что-то потерял. Потери, конечно, существенные, очень. Ну, что Бог не делает, все к лучшему. Значит, для чего-то это все было надо. Это все вот пройденное за мою прошлую жизнь, но меня привело вот к этому. Значит, мне надо было это все пройти, чтобы прийти вот и жить сейчас вот так. Чему научила вас вся эта история в плане людей? Я понял то, что люди – это самое важное вообще, что есть. Друзья, ну вообще люди. Это вообще важнее всего. Это никакие деньги не заменят. Вот, некоторые просто говорят, вот у меня есть деньги, я там могу купить. Не, то, что можно сделать через знакомых, там, через друзей, ты не купишь ни за какие деньги, да и вообще это, ну, человеческое тепло, оно, это человеческое. С самого начала так было. И люди, наоборот, они пытались помочь. Вот, они не то, что там из жалости это делали. Я не, к этому не стремлюсь и не иду, чтобы там быть известным, там, каким-то еще что-то. Ну, зачем?
Я иду, вот как будет, так оно и будет. Все. А хочется-то чего? Спокойствие и счастье. Оно у меня сейчас есть. Все. Я, можно сказать, уже нашел то, что искал.